уже. Ух ты, ё-мо. Кто там настреливает? Это не я, это, по-моему, с первой общаги. Да. Пятерки-то есть, нет? Там кабанчик ещё стрелял, не знаю, пока. Ух, ё-моё, просто что? Просто хедшот, просто что? Просто хедшот. Походу шиза уже. Братан, тут такой хедшот залетел, просто знаешь, на слух, чисто на слух, братан. Просто знаешь уже, на автомате. Я кричу, Никита, на пятерке, ну ладно. Я не слышу тебя. Кабанчик рацию поставил. Давай рацию поставил. Он убежал, ребят. Куда? Ну все, погнали, когда на заводе вроде стрелялись, да? За горку он побежал там. Еще за забором, еще за забором. Я же говорю. Там же за забором, за тем же? Там, я вырубил. Там же, да. А, это кексик у нас. Кексик. Ух ты. Отходим, никто, давай отойдем. Нет хп. Да, они со всех сторон сейчас задушат. Да. А, вырубил как целям, пацаны. Так это я его нокнул, да. Я его нокнул. Че, этого пошли за душем? Да, душите. Лево, пошли, рип со мной. Все, я здесь справа вырубил, все отлично. Все, минус 7. Это был... Да. Просто ты видел, насколько они крысили, и потом, когда мы всех нокнули, он начал прыгать. Понятно дело. Я видел то, что он там писал что-то еще. Рипмастер, спасибо, братан. Если что, ник у чела такой. Рипмастер, кстати, реально. Лол. Вот это совпадение. Совпадение? Это да, это бот был. Ну все, знаешь. Понимаешь, даже уже разработчики понимают, что я мастер. Не, ну это очень странно. Ну что ты бот? Они мне послание отправили. Все, поехали. Давай, вот это по прокачанию тачка. Да, по прокачанию сейчас стоит, выбирает, какую бы сесть, а? Просто ЧСВшник. И продажный, да. ЧСВ, продажный. Это крокодайл у тебя? Да, крокодайл. Это специально, знаешь, чтобы сливаться на Эрангеле. Ну, не сливаться на Эрангеле, а сливаться с внешним видом, с внешним этим. А, вот ты чё. А флэрики у нас нет или есть? У меня нету. Все, понял. Мне кажется, нас... О, да, нет. Бред. Это эти. Прям снайперы. Давай кулаками их добиваем просто, ребят. Просто. Да, давай. Кулачками. Дайте семерок, кабан. Сюда просто. Вот. Сюда. Кабан. Сюда иди. А. Вон. Так вот. На. Там сквад, там фуздак, я видел. Я на одну секунду увидел. У нас сквад, аккуратно, трехэтажка. Никто, давай быстрее наверх. Никто наверх быстрее. Я слышу. Где, ребят, дайте метку. А, прям у вас? Быстрее наверх. Да. Прям у нас, быстрее наверх. Зачем наверх? Ёпсись, мопсись. Быстрее домой иди. Дал. Сзади стопы, кабан. Нормально. Все, минус 7. Бан. Да, все, иди. Чуть не сдох, пацаны. Ты видел, я в дерево врезался. А, Леха двоих забрал, да. И я двоих забрал. Красавчик. Ну, и опять же, да? Если ты так. Если ты недавно меня смотришь. Ну. Все, кто давно меня смотрит, они знают, что я не позиционирую себя как. Уходим, ребят. Там два нока у них.
Охерись. И не КП, позиционируй КП, себя смотрите, как киберспортсмен или как я, игрок высокого уровня. У меня нет КП, я пойду отвечу. Никто сдает? Чё ты спрыгнул, Керс? Че, подожди. Лоу хп там один, прям за деревом лоу хп, ребят. Все хорош. Все, именно все хорошо. Вот, я не позиционирую себя как игрок, нет, как игрок высокого уровня. Или там профессиональный игрок. Я играю на паблике, играю в свое удовольствие. Понятное дело, что есть люди, которые играют лучше меня. Это очевидно, всем очевидно. Я об этом и говорю, я пытаюсь донести. Ну, просто, ну, человеку хочется к чему-то придраться и все. Он там лечит? Двухэтажка. Нет, один же умер. Ой, я попал сквозь. А, в дыму? Где-то там. О! Я через дым. Где-то там. Еще у себя убил. Все, там последний остался. Кабанчик, не иди, пожалуйста, пожалуйста. Не, не последний, лечит. Он, походу, лечит. Все, молодцы. Ну вот и все. We never get free. Тин-тара-тан-тан. What you gonna do? Какая-то там песня. We come for you. What you gonna do? Ау. Где-то перед нами сейчас должен быть, ребят, аккуратнее. Прям где-то перед нами. Да. А, да, бассейн. Баг, не баг? Не-не-нет, не баг. Грейте, ребят, хаешки. Только не заходите. Третий этаж, ребят, аккуратнее. Хорошо, я жду. Не кидайте пока. Скажите, я здесь придут. Все, погнали, погнали, погнали. Больше хаи нет. Ребят? Да, он прям над нами стоит. Я вторым. Подожди. Я вторым, я не хочу первым. Стой. Он... А, вот он. Все. Вот с коряка стрелял, у него коряк в руках. Он ушел вниз, получается. Опа. Он меня нокнул, он просто лежит, просто лежит. А, вот он лежит. Просто лежит, просто лежит на метке. И еще справа, да, справа где-то есть последний. Хорошо! Ну просто, ну просто машины! Ну просто что творят просто эти игроки? Ну просто я не знаю, я смотрю на них, у меня просто, я не знаю. Фух, я такое сейчас просто в шоке. Блин, прикинь, эти бегают, а этот лежит. Да. Че фризит, ребят? Крис. Вон тачка, а, едет. Тачка едет. Школы. Все, вот, отлично. История повторяется. История повторяется. Погнали. Подождите, я отхиливаюсь, ребят. Давай, давай, отхиливайся и поехали. А где они? Они за красным домом. За красным домом. Дает ноги. Три, два. Поехали. Один, погнали. Я нокнул. Где, где инфу? Короче, вот здесь, справа вообще. Один подо мной. Деревом, да, вижу, вижу, вижу. Это нокнул точно. Еще одного нокнул. А где они, брат? Последний, последний из общага здесь. А, нет. Ой. Это Никита. А, они на улице, на улице. Они на улице поднялись двойкой. И последний в этой общаге. Он убегает, убегает. Все минус. Кстати, нормальные челы были, у них куртки первого сезона, второго. Алло, выходим по одному. Ну где они могут быть на это, бред, три человека? А вот здесь левее посмотри, вот, вот так. Right? Watch out! Надеюсь, это один склад. Да, я тоже так надеюсь. Они либо где-то лежат, где-то, где-то либо крысят. Либо где-то лежат. Не понял, сольник бежал. Сольники вообще. Да они какие-то странные. Он просто на одном этом месте стоял, что-то понимал. Бежал, бежал и завис. Да я не знаю. Опа. Там последний. Опа. Остался. Последний. Все, наконец-таки. Я там пробегал. Просто. Мы же там все пробегали, алло. Прям да, все пробегали. Да, да, да. Не понял. Я тоже не понял.
вот просто... А с этого момента поподробнее. Я здесь тоже не понял. 15 килов должен быть, или... 15 килов, ребят. Ботан, у меня 14. Так, давайте считать. 39 килов. Гриша, если ты это смотришь, я не знаю, как мы будем делать 50 килов, но это просто, я не знаю, это Unreal.